Пластиковая фигурка Шизуо из серии Fighting Climax. Производитель Taito. Sega. Уже была фигурка из этой серии Asuna. Сейчас посмотрим, что тут интересного внутри. Фигурка в блистере. Подставка, фигурка и знак. Подставка тоже такая в виде шестиугольника. Я успел посчитать. Качество среднее, даже выше среднего. Видно, как это свои, не свои остатки при литье линии. Вот тут руки хорошие, даже ногти есть. Они всегда бывают. Жаль, руку не убрать, чтобы показать ему лицо целиком. Глаза под очками сделаны нормально. Линии четкие. Они тяп-ляп могли ведь и тяп-ляп сделать. Код знак довольно хорошо сделанный. Все скотчем подклеено. Волшебный прозрачный скотч. Спаситель производителей. Знак длиннющий, просто огромаднейший. Руки довольно мягкие, поэтому вставить вообще не проблема. Блин, это просто огромный. Вон какая она большая. Со знаком, я так понимаю, где-то сантиметров 25. Рост без знака сантиметров 14, но это из-за того, что ноги у него, сами видите.
такая фигурка. Заказывайте, ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Пока. Подписывайтесь. И, друзья, подписывайтесь.